И снова зима, и снова снежные козырьки, свисающие с крыш домов, создающие угрозу здоровью горожан. О них по уже, к сожалению, сложившейся традиции мы рассказываем который год подряд. При подготовке подобных материалов мы регулярно звоним в управляющие компании с одним и тем же вопросом, когда их сотрудники устранят опасность и расчистят кровли от огромных шапок снега. На что получаем один и тот же ответ – будет сделано. И так каждый раз. Зачастую получается, что ответственные за уборку наледи организации предпринимают какие-либо действия только после обращений. А хотелось бы, чтобы они выполняли свои обязанности без напоминаний, не доводя в очередной раз ситуацию до критической.